Добрый день. В принципе, вообще наплевать. У меня Ваня, конечно, реактивный. Быстро закинь. Не, ну типа, ну год, ну, типа, года 4 назад я вообще активно в эту фигню играл. Типа там, находил дискорд, эти стримы с 5 людьми, где все просто играют. Такое я находил. Конечно, другой уровень человек. Сейчас выебет нас во всех шутках. Как в КВН, нужно 20 лет смотреть, чтобы смеяться. Че вы смеете, это жизнь? Это про нас, про русских. Бля, так. Все здесь? Все. Тяги. Тяги. Ванчик. Я пытался ботинок нарисовать, то это пройдите. Ваня нормально. Похож. Похож. Типичный индус. Бля. Тяги на тихваре. Я не могу ничего зарекогнайзить здесь. Для меня это, ну, абстракция какая-то. Молодежь, ребята, это молодежь, это новая школа. Это современное искусство. Да, помогу. Какие барханы. А чё это? А чё у вас всех трёх одинаково получилось так в конце? Мы друзья, мы друг друга чувствуем. Чё меня одним оставили? Молодец, Ваня, не расстраивайся. Да, нормально. Я у нас победила дружбу практически. Кикер вперёд, кикер, кикер. Мы лёг потеряли в пути. Нет, я тяги. А. Бля, сложно. Чё, просто сказал своё имя, бля, ёбан рот. Ну, в целом. Вопросов нет. Так сын Донбасса, я же родился только когда Донбасс был получен. А, нет. Не, нет, раньше. Никто не сын Донбасса. Не, я сын Донбасса, меня родил Донбасс. Сын Донбасса лжет. Это так смешно. Изи, игра легкая. Очевидно, это настолько очевидно, причем что с фабричным креслом массажного нихуя не отличается. Причем кто-то запрещает протеин? Да, я запрещаю. Геллок. Да как так? Геллок. О, изи, изи, изи. Друг друга наебали. На чьи-то, да? Пожали руки друг друга. Да-да-да, пожали руки друг друга. Да как так, какая правда? Ну тут ответы смешные, по идее, в оригинале тоже. Ну да, так что... Ну сразу поймете, где моё. Таги. Это таги. Полусну Донбасса. Это Донбасса была наёбана. Ебать, это Донбасс наебал. Да я тоже, пацаны, чё-то могу, чё-то я не знаю. Серьёзно? Серьёзно? Какие бархатные, бля. Два. Тяги. Какие мамкотные, бля. Ой, мой вопрос. Что? Тут как будто слом... Слом... Он с братом. Слом ожидания просто, алло, эфир. Было дело. Обращение плохого адвоката к присяжным. Голосуем. Это буква И, если что, не И краткая. Не говорите.
Вы же посчитали, сколько их там было? Бля, пошел нахуй. Посчитали, вам ты полезно. Лайкис еще считал многие руки. Я цифры. А у них... Что за желатина была внизу? Желатина была? Блядь, я ебал. Ну вроде это. Ну я не уверен, но там что-то такое было. Там что-то маленькое было, я помню. Там была лягушка, но у меня нет первого пальца. Изи! Реально лягушка! У них ноги разного количества, я не читал вообще. Выборы. Кандидат. Никто не погибнет. Если кто-то выберет деньги, то все остальные умрут от зависти. У вас лишь одна попытка. А если все выберут деньги, все погибнут. Не люблю. А, ну классика, это дилемма заключенного. Ну и все, мы. Ну, посмотрим, сколько знаешь дилемму заключенного. До свидания! Хуёво ты знаешь дилемму заключенного. Нет, ну в этом плане ты победил. Нет, ты победил сейчас. Он четвертый сделал. Изи. Два конца. Мне кажется, на призраках сидишь. Все. Я стою на миллионах трупов. Чё, Донбасса, все логично. Сейчас будут тебя догонять, эти миллион трупов. Чё? Выберите каждый. Ну это простой вопрос. Да, очень. Первое, да, было правильно, очевидно. Бля, мне кажется, не очевидно, да хуя. Я тоже думал, блин. Питья опрашивали. А я в этом. Чего? Питья опрашивали. Это. Блять, это так. Контент люди написали. Леха с вами спалился. Ладно, я всех наебал, получается. Посмотрим, кто лидирует после первого. Мужик. Это Геннадий Гоев. А я не понял! Что вы делаете в моем холоде? Окей, компьютер. Что насчет этого? О! Вкусная точка. Кстати, больше похоже на какую-то просто разъебанную экспишку. Сын Донбасс, единорос русском. Все логично. Стандартная русская семья. Собрались как там в баре. Стал ли ваш авторский стиль лучше? Нечестно. Я не понял, цешу. А как красиво весеноватый, да? Блин, с чего ты взял? Бобр, курва! Курва, бобер! Бобер! Мы с вами вроде обсуждали спаривание хорьков. Не забывай. Так и было. Бобров. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. Ну, пожалуйста, мне так одиноко. Первым будет... Ладно, концовка гениально была, зря я тогда пропустил. И еще разок. Гениально. Наоборот, нужно перестать. От меня. О, понятно. Очень, очень конкретно. Стал ли ваш авторский стиль лучше? Хорошо. Качество. На повестке не о чем могу я. Качественно. Бля, ты забрал на Джепа. Верни Реджепа. А кого выбрать? Ну вот такой, значит. Ладно, вот такой. Отдаю. Спасибо большое.
Ложку перед джепа забрал, ты понимаешь? Что? Несчастные тяги. Опа. Секундочку. Леха. Ну, Мишель Обама очень сильно довела вас в жопу. Отошли. Вот это родственные отношения, дружеские, это чуть не важно. Договорняк, самое главное. Что так мало времени? Да ты бы сказал. Наш монокль отпал. Я тупо не успел нажать. Ой-ой, выбор не был сделан. Тук-тук. А, блядь, мало времени было. Задумай, блядь. А, блядь, я не могу. Это что было, минус? Отбился, поздравляю, брат. Вы думали, я Раджеп, а я... О! А ты? Мамаша. Мамаша, как о тяге. Ваня, это ты. А, за что? Я маме все расскажу настоящее. С кем ты там на стороне породнился? Так настоящее я. Ну, я думаю, я так понимаю, Раджепу нужно уговаривать парня встречаться, а потом не приходить на свидание. Ну вот в этом и был мой поинт до того, как он узнал, что я его мать. Ну, смысл, когда он знает, что я его мать. Ради того, чтобы вы почитали, что... Хуя себе! Сыночка, блядь! Разъебывает этого. Зачем пугать невесту, сыночка? Нам с тобой хорошо. Тебя и раскроем. Серийный убийца. Нет усов, все. Серийный убийца крадет два сердечка у каждого игрока, с которым он встречается во второй раз. Блин. Хитрый план, это был хитрый план. Можно провести свидание. Извиняюсь за брата, это было мерзко. Я отписывал сыночки. Ну там хорошее, кстати, сообщение. Да, да, да. Я хотел тебя пригласить на свидание, чтобы снапять меня отозвали, отобразились, но... Ну давай, 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 ну это слишком смешно. Да, все уже. Он сождал! Опа. Бонусное сердце мамаши. Вот это сыночка. Нового брата отказал. Я, кстати, не знал, что... Мать, я не отказала! Нет, я нажал. Это все уже было. Пиздец. В смысле, я нажал? Просто вообще... Блять, я нажал! Вот это вообще... Клянусь, вот я нажал, блядь. Он опять, видимо, в тайминг не попал. Тут какое-то что-то с усами странное. Пиздец, блядь. Идите вы оба. Ебитесь, блядь. Пошли, брат.
Пиздец, я дома, блядь, прихожу, а мы не набили, я не могу. Ну вот. Там еще сообщения будут, пошли без Стаса. Мне этот придурок опять написывает, что еще? Давай. Да бля, сыночка. Зачем тебе оно надо? Если будут прокляты все, то это проклятие будет снято. И отбирать будет уже нечего. Нихуя себе, болезни так не работают. А так сейчас должны быть. Если что, в UR так спит лечит. Типа, если все заражены, то никто не заражен. Это как с коронавирус пытались, да? Глобальный иммунитет? А, да, да, кстати говоря, да. Закрыть все мои 29. Пора взглянуть на свидание. Даже договорить. Опа. Ты немножко не понял мету. Ты немножечко не понял мету. Это что? Он же, понимаешь? Я забыл! Я мать! Я подумал об этом, поэтому мне особо не важно было. Мне даже не ответили, видишь? Заслужил карма. Потому что я тебя должен был это хомутать. О, понятно. Это был налёт! Это был налёт! Теперь посмотрим, что ли я... Это хитрый план. Сергей Лорд, коронавирус, спит, вирус там. Как... Все одинаковые, один я уникальный. Все уникальные, один я одинаковый. Блин, нам вообще. Закидали говном. Ты обоих же. Абсолютно одинаково закидали говном. Понятно. Демократия. А про сердечки никто не. А про сердечки что-то никто не слушал. Давайте наградимся. Что, блядь, из этого еще можно сделать? Спасибо. Ну, не знаю, пацан, там хуй нарисует, не работает. Блин, зря дал идею. Каждый смотрится брутально на байке. Кроме... Голосуйте на своих девайсах. Смотри. Слушай. Не одобрено. Дурочка. Осуждай первый ответ. Понятно, дурак на стол. Мизогинит. Лепство. Вчера мизогинит. Математика проходила великолепно, пока он не потер руками и не сказал... Так это же лучшая часть. Первый тоже хороший шанс. Будь ты здоров. Легко. Пацаны, мое. Серьезно? Качественный дух. Окей, быстро. Ну вот ваши варианты. Флешмоб. Вы не поверите? Но я не знал, как это нарисовать, и нарисовал спиннер. Гениально. Абстрактное мышление. Абстрактное мышление. Да. Флешмоб, да. Симка автозабокс.